гору вверх. Чтобы быстрее было. Здесь был 74-й самолет. В том ангаре был, по-моему, 71-й борт. Точно не помню, надо проверять. Эти ангары тоже были заброшенные. О, там еще есть один. Там еще есть один, я про него уже забыл. По-моему, еще есть один. А сегодня ЖК не гостеприимно, падает дождь, но что поделаешь, все равно приятно. Вон город. Я и техник, и именно рыбачим. Когда тут стоял самолет и по тревоге выруливали, то тут были двери, открывали двери, самолет газовал, сюда газы уходили, и он туда выруливал по тревоге. Но дверей нет уже, и створок тоже нет. Колеса, наверное, от нас остались. Точно есть еще один ангар. Его уже заложили. Я только думал, что есть там ангар или нет. Это было заброшено. Надо вспоминать. Когда приеду, посмотрю видео и вспомню. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ангаров. И там было два самолета стояли в первом ангаре. И еще когда поедем на полосу, там еще покажу, там еще были наши три ангара. О, а тут мы можем пройти так прямо, да?
хотя бы сбоку снимем. Ага. Строим. Белый домик. Вот тут еще рельсы остались. Что еще?